Я правнучка Михаила Семеновича Жигалина. Он родился в столице Чувашии в 1915 году. Вместе со своим братом работал в пекарне, когда началась война. Его не брали в армию, но мой прадедушка сам хотел служить и настоял на этом. В итоге прослужил во 2-й гвардейской армии 724-го стрелкового полка. Был рядовым стрелком. В мае 44-го года его ранили в живот. Спустя 9 дней после ранения он умер. Долгое время моя семья даже не знала, где покоится наш герой. И вот 2 года назад внук Михаила Семеновича, мой крестный, нашел данные и выяснил. Покоится он на братском кладбище советских воинов в селе Суворово Бахчисарайского района Крыма, что недалеко от Севастополя. Можно сказать, мой прадед освобождал Крым, вот только домой он так и не вернулся. Его сын, мой дедушка, даже не видел отца. Но все мы, его семья, конечно, помним о нем и очень гордимся.